17 февраля глава Северского района Андрей Дорошевский посетил поселок Афипский. Вместе с главой поселения Юрием Коваленко осмотрели территорию Центрального парка. До конца ноября 2022 года в рамках госпрограммы «Формирование современной городской среды» здесь планируют построить новые пешеходные и беговые дорожки, обустроить зону для молодоженов, детскую спортивную площадки. Общая стоимость работ – более 32 миллионов рублей. После парка Андрей Дорошевский проверил санитарное состояние на улицах поселка. В конце рабочего визита осмотрели места обрушения поврежденного берега реки Афипс. Берег значительно пострадал в результате подтопления в июле прошлого года. А у жителей поселка появилась уникальная возможность задать руководящему аппарату района вопросы без протокола. В частном порядке, если это выполнять эти работы, то есть как, ну и какие-то разрешения должны получать или нет? А средства. На свои средства, не за, за свой счет. Это федеральное, ну, конечно, согласование. Это надо опять же, с федералами нужно согласовывать их ответственность и имущество их. Только они дадут вам добро. К сожалению, решить проблему не в компетенции руководства района. Река Афипс – федеральная собственность. А потому и проводить работы по укреплению берега имеют право только федеральные службы. Все объекты берегоукрепления будут делаться только за федеральные. Данный вопрос стоит на постоянном контроле у районных и местных властей.